Привет. Ты куда собралась? Я никуда. Итак, мы пойдем под дождь погуляем. Это вот. Была Сашина идея. Нет, это была Анина идея. Нет, я сначала не хотела, но потом захотела. Соответственно, мы идем. Мне идея понравилась. Так что мы идем под дождь погулять. Увидимся. Пойдем. Пойдем. Нам надо в магазин. Мы гуляем. Дождик, погуляли под дождем, вот, было прикольно довольно-таки, давно я не гулял так под дождем, лужи, оказывается, теплые, вот, и мне очень на самом деле понравилось. Аня только приехала, но ничего, друзья, дождь, это, конечно, классно, всем удачи, успехов.